Вот такие вот движения у нас тут газелечные. Открывай ворота. Сам прикол параллельно, еще суета. Пацаны, откройте, пожалуйста. Откройте, пожалуйста. О, Сереж, ну спасибо тебе, дорогой. О, вот он. Тигр наш, свежекрашенный. В идеале вообще. Мы готовы сегодня уже немножко покататься, наверное. Идет. Погодка пасмурная. На улице оттепель. Все как мы любим. Вот это не вас вообще бодрый. Вот это четкий аппарат. Вообще. Смотрите, балочка у него тут. Четкий, офигенный не вас. Тут погода такая. Всем приехали мы на площадочку в Сочи. В горы. Смотрите, как люто. Но дрифт был недолгим. Проветриться. У нас просто колесо. Ну, под руль еще подвеску. Специально под пятый поворот лежал. Сейчас, я думаю, мы починимся и попробуем еще потренироваться. Давай в обратную сторону, ты можешь. Он просто уже устал. Хорошо, что сломался сейчас. Ну что, тесты продолжаются? Да, долбежка лютая сейчас будет. Диман там решает вопросы по оклейке. У нас скоро будет лютый просто вообще видок. Поехали дальше. Подъем зачем-то ставился, блядь, на правое колесо, блядь. И как там подпрыгнул, блядь, как колесо завернуло вон там, блядь. Всем привет, народ. Мы в Сочи приехали снимать Сочи Дрифт Челлендж, летний дрифт, называться будет мероприятие Мацу. Короче, винильная мастерская. Львиная мастерская. Тёма говорит, надо с мылом, но я предпочитаю на сухую. Короче, процесс идет. Маленечко. Продвигаемся. Я думал, если честно, быстрее будет.